город, наверное, мегаполисом станет одним из лучших городов Азии. Через 100 лет? Мегаполисом? Через 100 лет? Ну, не знаю даже. Большой. Я думаю, она расширится, еще больше станет. Зеленый. Ну, мегаполисом, может, такой же, как и Лондон. Ну, я вижу такой успешный, уже независимый, такой, знаете, распространенный. Они вот развиваются очень, как бы сказать, ну, независимый. Людей больше станет, населения, больше зданий красивых. Надеюсь, будет как Нью-Йорк. Наверное, будет больше всего строиться зданий. И красиво, мне кажется, тут будут здания, потому что они уже как в современном стиле строятся. Если у нас кончится нефть, то тогда, наверное, будет развиваться. Если не кончится, то тогда, может, будет самый красивый город. Через 100 лет это будет древний, это был уже город, но красивый будет, потому что строительство и архитектурные произведения очень даже впечатляют не только казахстанцев, но и многих приезжих, которые приезжают в столицу и просто любуются. Даже в России нет таких красивых зданий, честно говоря, сколько я была. Я думаю, появится очень много небоскребов, и город будет очень большим, и самым большим будет стать. Она станет столицей мира, да. Мы добьемся высот, я верю. Через 50 лет я вижу страну большим, огромным мегаполисом, с красивыми зданиями, с парками, скверами. Большими улицами, просторным, открытым, душевным, как он и есть сейчас.